дорогие друзья, из солнечной, прекрасной Алании. Мы находимся в Паяллар на потрясающем пляже. Сюда мы приехали прежде всего для того, чтобы показать вам море. Вы очень любите смотреть море. Показать, что же происходит на пляжах Алании. Ну и самое главное, здесь находится один из самых интереснейших объектов недвижимости, которые находятся в портфолио нашей компании. Этот объект расположен в отеле, и владельцы этой квартиры могут пользоваться всей инфраструктурой отеля. Мы находимся на частном пляже, и с пляжа мы пройдемся до самой квартиры и покажем вам всю инфраструктуру. Если вам понравится этот объект или у вас будут какие-то вопросы по поводу недвижимости, отдыха или бизнеса в Турции, в описании к этому видео есть все мои контакты. Заходите, смотрите, ну и самое главное, пишите мне на WhatsApp и задавайте вопросы. Сейчас гуляем по пляжу, а дальше идем смотреть инфраструктуру комплекса и этой уникальной квартиры, которая продается здесь. Друзья, как вы видите, как я уже сказала, в этом комплексе есть частный пляж. Этот комплекс делит свою территорию вместе с отелем. Поэтому все жители комплекса, те, кто приобретает или арендует квартиру, могут пользоваться вот этим вот частным пляжем. Здесь также есть бар, ресторан, здесь есть вся инфраструктура, душевые кабины, кабины для переодевания, ну и, конечно же, удобные шезлонги и зонтики. Ну и самое главное, очень хороший вход в море и качественный, чистый, уютный пляж. При выходе с пляжа, как вы видите, здесь расположен амфитеатр, и здесь происходит анимация, и владельцы квартир также могут присутствовать и участвовать в программе анимационной, либо любой другой развлекательной программе отеля. Каким образом построен этот комплекс? Вот вы видите, за мной расположены здания по мою левую руку и правую руку. По правую руку расположены блоки, где находятся частные квартиры. По левую руку расположен отель. Каким образом изначально здесь было все устроено? Сначала был построен частный комплекс. И поскольку у этого комплекса была большая свободная территория, здесь был построен отель. И отель запросил разрешение у этого комплекса пользоваться их территорией. Здесь были построены бассейны, зеленые площадки, различные рестораны, бары. И теперь владельцы квартир в комплексе также имеют право пользоваться инфраструктурой отеля. Сейчас мы пройдем дальше, и я покажу вам, что расположено дальше. Там два огромных бассейна, детские площадки, ну и, конечно же, рестораны и бары. Друзья, мы уже поднялись на второй этаж, непосредственно в саму квартиру. Эта квартира представляет собой квартиру из двух спальных комнат, которые расположены по эту сторону. Также есть один санузел. И в этой квартире очень большая гостиная с кухней американского типа. Хозяева здесь сделали косметический ремонт. Здесь поменены все кухонные шкафы. Сделан новый пол, покрашены стены, но, конечно же, заехав в эту квартиру, вы можете сделать ремонт на свой вкус. Также в этой квартире два балкона. Что самое хорошее в этой квартире, то, что квартира выходит на две стороны. На солнечную сторону и на теневую сторону. И балкон расположен также по двум сторонам. Здесь в гостиной, в большой гостиной, есть также достаточно большой балкон, который выходит на солнечную сторону. И с него открывается вид на море. Здесь можно расположить удобное кресло, стол. И очень здорово здесь завтракать с видом на море. Ну а самое, наверное, невероятное, ужинать или просто вечером наслаждаться закатом солнца. Закаты здесь просто невероятные. Ну и далее из гостиной мы проходим непосредственно в зону спален. Здесь есть две спальные комнаты. И одна из спален также расположена на солнечной стороне. Эта спальня может
например, использоваться как детская, если вы, например, будете проживать один, или использовать эту квартиру как квартиру для отдыха, здесь можно сделать, например, рабочий кабинет. Чем интересен этот объект? Тем, что на данный момент эта квартира является одной из самых уникальных в плане инвестиций. Эта квартира расположена на первой линии. Она обладает полной инфраструктурой отельного комплекса. Далее вы увидите все бассейны и рестораны. И эта квартира прекрасна для инвестиций, если вы хотите, например, сдавать свою квартиру в аренду. Мы сейчас находимся еще в одной из спален. И здесь есть балкон, также достаточно просторный, который уже, как и сама комната, выходит на теневую сторону. И, как я уже говорила, этот комплекс подразумевает собой блоки из резиденций, из частных квартир, и напротив расположен отель и полная отельная инфраструктура. Несмотря на то, что этот комплекс находится прямо на первой линии, посмотрите, какая здесь красота. Здесь высокие пальмы, много зелени. Здесь очень-очень прохладно и дышится очень легко. Если вас заинтересует этот объект, как я уже сказала, это один из самых интересных для инвестиций именно по своей цене объектов в портфолио нашей компании. Поэтому все мои контакты находятся в описании к этому видео. Обязательно пишите мне. Также я говорила про санузел. Здесь, в этой квартире, есть один санузел. Здесь есть душ, электрический водонагреватель. Ну и, конечно же, туалет, раковина и новые шкафчики с зеркалом. Если вас заинтересует этот объект, вы напрямую можете написать мне, приехав в Аланию, в Турцию, посмотреть этот объект, приобрести и, самое главное, наслаждаться морем, солнцем и прекрасной инфраструктурой. Также наша компания предлагает услугу онлайн-покупки. Мы можем сделать онлайн-просмотр и также приобрести недвижимость на ваше имя. Поэтому пишите мне на WhatsApp, я смогу ответить на все ваши вопросы, которые касаются жизни, отдыха, бизнеса, ну и, конечно же, недвижимости в Турции. Друзья, вот такая вот потрясающая у нас квартира. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете. Нравятся ли вам объекты, которые находятся на первой линии от моря с отельной инфраструктурой. Ну а мы идем с вами дальше смотреть, что же расположено, что же есть в этом комплексе непосредственно из отельной инфраструктуры. Друзья, мы уже вышли на улицу, и вот он, балкон нашей квартиры. И, как я вам говорила, в этом комплексе большая-большая территория с различными социальными активностями. Например, прямо напротив подъезда есть вот такой вот потрясающий ресторан. Здесь много зелени. Ну, а если мы пройдем чуть дальше, то там находятся все самые главные активности. Это бассейны и рестораны. Вот такая вот потрясающая аллея с огромными пальмами. И, как я уже говорила, несмотря на то, что мы находимся прямо на самом берегу моря, здесь очень-очень прохладно, очень зелено, цветут цветы. Кстати, здесь же, поскольку этот комплекс делит территорию вместе с отелем, здесь есть и парикмахерские, и хамамы, и рестораны, и различные магазины, здесь есть аптека, ну и, конечно же, во время работы гостиницы здесь также есть детская комната, ну и, конечно же, врач. В общем, полная инфраструктура пятизвездочного отеля. Поэтому, как я вам и говорила, этот объект один из самых лучших на данный момент на первой линии именно в Алании, именно в районе Паяллар, который также открыт для получения вида на жительство, что очень важно сейчас. Ну а если вас интересуют непосредственно инвестиции, то это также один из достаточно интересных объектов для инвестирования, проживания, либо сдачи в аренду. Вот вы видите, по бокам расположены также различные магазины. Если вам что-то будет необходимо, все необходимое вы можете приобрести здесь. Но самое главное, что этот объект находится очень близко от
центра района Конаква, где расположены магазины сетевые, такие как А101, БИМ, Мигрос. Также расположены все банки. В общем, полноценная инфраструктура, которая необходима для проживания. Мы уже подошли непосредственно к объектам социальной инфраструктуры. Здесь у нас находится, например, детский парк. И, кстати, здесь очень много. Сначала расположен большой бассейн. За этим бассейном есть детский бассейн с детским парком. Рядом вот с таким большим бассейном расположен бар. Здесь есть также комнаты для переодевания, туалеты. Но и самое главное, в этом комплексе есть несколько ресторанов. Один ресторан, например, расположен прямо около бассейна. Здесь, как владельцы недвижимости, естественно, за оплату также могут обедать, завтракать или ужинать. Ну и, конечно же, бассейн, друзья, он открыт абсолютно для всех, как этот бассейн, так и детский бассейн чуть дальше. Здесь есть также зона для того, чтобы играть в футбол, в волейбол, в общем, на любой вкус. Здесь есть развлечения, но и, конечно же, как для детей семьи, так и для тех, кто отдыхает один. Оба бассейна разделены рестораном. Только что я показывала большой бассейн. Здесь расположен бассейн чуть поменьше, непосредственно с горкой. А чуть дальше расположена большая игровая территория, также с маленьким бассейном для детей. И как вы видите, опять же, по эту сторону у нас расположены частные квартиры, а здесь у нас расположена гостиница. Опять же, территория очень зеленая, и даже несмотря на то, что в Алании летом очень жарко, здесь, как вы видите, особенно к вечеру солнце заходит и становится очень прохладно. Здесь большая-большая территория для того, чтобы дети играли, или, например, если вы любите играть в какие-то виды спорта на траве, то можно играть в футбол, можно, я не знаю, устроить, например, какой-то пикник, загорать на траве или около бассейна. Вот такая вот большая детская игровая территория. Здесь есть различные сборки. Ну и что самое классное, здесь есть маленький бассейн, и здесь постоянно устраивают анимацию, что интересно не только для детей, но и для взрослых. Посмотрите, какой классный маленький бассейн с различными фигурками, с лежаками. Ну и, конечно же, все это в окружении зелени и вот таких вот потрясающих пальм. И то, что я говорила, здесь также расположена территория, где можно играть в мини-футбол, волейбол. Видите, здесь огорожена сеткой, и если вы любите играть в футбол или волейбол, также вы можете пользоваться этой территорией. Кстати, здесь за мной, вот с той стороны, сейчас от солнца не видно, растут фруктовые деревья. Вот такой вот интересный объект недвижимости находится в портфолио нашей компании. Если он вас заинтересовал, обязательно пишите мне на WhatsApp. Все мои контакты расположены в описании к этому видео. Ну а сейчас мы отправимся в центр Конаклы, который находится чуть меньше, чем в километре от этого комплекса, и покажем вам, какая же там есть инфраструктура. Мы уже находимся в самом центре Конаклы. Здесь расположены магазины, сетевые магазины, маленькие лавочки. Здесь расположены туристические агентства. Здесь расположены все основные банки. В общем, полная инфраструктура. Также совсем недалеко расположена больница. Ну и, конечно же, до Алании можно доехать, например, вот на одном из таких автобусов до самого центра, до пятничного рынка. До Алании займет на автобусе поездка примерно минут 15. Ну а до комплекса, в котором мы только что были, также пешком минут 15 по прямой. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите, чтобы мы больше рассказывали о недвижимости в Алании, ну и, конечно же, о разных регионах Алании, обязательно пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Все мои контакты, самое главное, мой WhatsApp находится в описании к этому видео. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. Ну а солнце уже заходит,
Я желаю нам прекрасного вечера и вам тоже, если вы смотрите это видео вечером. Ну и, конечно же, всем добро пожаловать в Аланию и в Турцию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.